2 очка 32-му. И... 32-му номеру Даллас 2 очка сейчас записано. А пол на скамейке никого нет. Михеев тут ворота забивает. Ну, конечно, фаворитом. Фаворитом здесь явным является. Выходит игрок. Мишенин Даниил. Бросает и забивает трешку. И просто, чтобы пошумели ему. Кейп. Вот игрок, которого почему-то я не очень хорошо еще знаю. Илья Саратцев. Номер 25. Забит еще бросок. Еще бросок туда летит. Добавляется у команды Цинциннати. Приехали они на скамейке. Сейчас разминаются. Номер 9. Владислав Васильченко. И номер 4 Михаил сегодня. У Цинциннати это все, кого они заявили. Забивает второй криптоп. 10-2 счет. Полетят они. Отвечают сейчас игроки Цинциннати Беркетс. Не увидел этот момент, потому что когда пронеслись игроки. Все. Микеев забивает еще 2 очка. Кузьмич. Саратцев в проходе. Плюс 2. 25 номер добавляет. 14-2. Уж как много. Байматов 3. Грузить нужно. Забивает Байматов. И много поддержки сегодня у Ислама. Второй номер команды Цинциннати БРКЭТ. Дима Кузин готовится появиться на паркете. Ты уже сейчас на паркете появишься. Ну что, друзья, у нас исключение от свою команду сильно топят. Мы пока не настолько, конечно, с вами критичны, опять же. Но Дима Кузин, понятно, он все-таки он предвзят на чертете. Владислав Васильченко. В дивизионе Изи он был просто убийцей. Здесь посмотрим, конечно. Я его еще не видел в составе Цинциннати. Это вообще первая игра Цинциннати, которая... Ну, на ними я посмотрел. Посмотрел предыдущий матч, снимали. Он на F. Забит бросок в проходе. Криптов. Второй есть. Затащил он предыдущий матч, забил ключевой на передачу. Кузьмич убегает, там Байматов есть, Байматов побрал. Ой, Криптов, красиво разыграли, быстрый отрыв реализован. И уже один им сработает ли план обыграть Цинциннати сверху. Микеев, бэнк, туда. Ну, правда, убежал без сопротивления. Ждем еще один постарайс. Нас здесь подвел Дима Кузин до этого за Айриш. Носов поставил сверху через игрока. Ясмин Равчанин забивает энд-уан. Передача на Криптова. Ясмин Равчанин защищался, но Криптов не остановим. Криптов, когда он в огне, а Криптов сейчас... Проходит сейчас под кольцо и забивает Семенов. Я, конечно, очень хотел Кузя, чтобы под свит. Кейп разговаривает намного больше, чем Бескачин. И намного смешнее. Ну, без... не знаю, знаете, еще там... Те, которые не смотрят игру, а тут забивает еще бросок. Васильченко противозащищается, Саратцев чуть не потерял мяч, какой пас! Ой-ой-ой, красота! Микеев забивает с передачи Кривенко, и таким образом... Забит первый бросок из слама. Второй бросок есть. Первый бросок забивает Кузин. Кузин. Второй есть. Кольцо, но Микеев не отдает передачу. Там много сопротивления было под кольцом. Микеев идет сам во все это сопротивление и исправляется. Потому что все-таки игрок ему по габаритам проигрывал. Да ничего. Хребтов. Три. Не точно. Кривенко... сам себе забил. Но Байматову будут записаны очки. Бывает первый лукаво. Второй бросок есть.
32-21. Такой у нас счет. Еще один перехват. Саратцев на Михеева. Есть! На Михеев скоринг машина. 34-21. Кузьмича находился. Потому что все-таки очень-очень хорошо играли. Тогда вот Шаповалов забивает. Ой, Шувалов, извиняюсь. Шувалов забивает трешку. Как мяч сохранил. Трубников 3. Limitless Range. Трубников забивает и показывает. А что не защищаешься-то, Даня? Саратцев проходит. Это мог быть фол сейчас, в принципе. Могли бы свистнуть. Забивает сейчас Антон Морозов. Трешка, второй матч подряд на него. Он... Михеев проходит под кольцо. Разворачивается. Ух, хорошо, Михеев. Еще забивает 2 очка. Матов, передача на Хребтова. Хребтов ловит Михеева. Сейчас проходит под кольцо. Это end one. Мишенин палит. Да, конечно, часто почему-то Мишенину против Хребтова приходится защищаться. Мишенин, это странно. Хребтов забивает. У Хребтова сейчас 15 очков. Но мы помним этот дуэт, как дуэт, который мог возродить Набили. Ох, Хребтов! Как только появились они вдвоем, они сразу же начали приносить по... Прорывается под кольцо, 8 номер, и тут Михаил Семенов. Извините, заговариваюсь, просто уже 6-й матч подряд. Прорывается, это его скилл! Один из основных, и заваливается сейчас мяч в кольцо. Классно он пробрался под кольцо и забил. Ясмин играет сейчас Байматова. Проходит. End one. End one. Ясмин. Просто сейчас две атаки подряд показывает, что в прошлой четверти он хочет за это высказаться. И высказывается не словами, а делом. Это респект. Забивает сейчас Ясмин. Перерыв высказался и словами, но Миш, скидка. Еще Шувалов. 3. Сидит. Шувалов забивает. Кузин. Сохранить игроки Цинциннати, это не получилось. Сверху. И, кстати, мог быть N1. Но просто 2 очка забивает сейчас Михеев. Мишенин врывается под кольцо. Кузьмич пытался накрыть, но Мишенин оторвался и забил 2 очка. С левой руки сейчас лэйап реализовал. Михеев. Кузин мяч сохранил. Бросает сам 3 через руки. Дима Кузин. Красиво. Забит браток сейчас с трешки уже от Трубникова. Даниила отвечает. Он таким наш ответ Диме Кузину. Ну, настолько хорош Мишенин. Кузин. 3! Это Кузин! Зачем что-то сложное разыгрывать? Кузин сам справляется. Трубников. Скидка на Кузьмича не идеальная, но все равно бросок здесь есть. 3 очка забивает Кузьмич. Передача на Михеева. Михеев! Ой, Михеев! Плюс 2! И как красиво забивает Михеев. Первый бросок есть, лукаво забивает. Сейчас Михеев, ой, Морозов. И Кривенко добавляет в итоге после промаха Морозова. 57-42. Далось очень хорошо. Хорошо разыграно, но Георгий Лукава никому не оставляет места под кольцом. Просто не в мою смену. Морозов на Кривенко отдает. Ну так и надо было. Кривенко. Есть! Михаил Кривенко забивает трешку и делает преимущество. Ну а Цинциннати нужно сейчас срочно за, наверное, Хребтова загрузить. Забивает Хребтов сейчас бросок под кольца. Лейкерс Хребтова заберет. Какое у меня ощущение? Ну, либо какая-либо другая команда. Стопа! Что? Что? Морозов сейчас по отношению к Кузину по схеме кнут и пряник сделал все. Сначала накричал, что Кузин не обращает внимания в защите. Потом подошел, обнял. Сказал, все нормально, все нормально. Нормально, кнут и пряник. Второй бросок забит. Точно Михеева. Лукава. Бросает 3. Лукава. Трешку грузит Лукава. 3 полетели. Цинциннати пытаются воспользоваться моментом. И хорошо забивает сейчас
Семенов из-под кольца. 20 очков. Кривенко мяч не получит. Ой, красиво оно, Криптов. Криптов просто хладнокровно блокирует бросок. Передача прямо в руки самого Байматова зашла. Кривенко проходит под кольцо на Лукаву. Георгий Лукава. Еще. Даллас Маврикс начинает убегать. Отыграли третью четверть. Даллас Маврикс. Тут сразу видно, насколько сильная разница у команд в классе. Криптов забивает сейчас. Плюс 2 очка. Байматов. Передача на Шувалова. Шувалов с получения. Забивает 2. Вот видите, это как бы одна из привычек Шувалова. Просто перехватил Саратцев на Мишенина. Мишенин отдает на Михеева. И Мишенин-Михеев. Этот дуэт сработали сейчас. Семенов под кольцом. Да-да-да, Семенов. Неплохо сейчас реализует момент. Семенов. Мишенин. Бросает 3. Есть! Даниил Мишенин. 21. Благо есть кому. Вот здесь Шувалов не забивает. Криптов. Плюс 2. 19 разница. Мишенин прямо вскрикнул там кольцом. Здесь Михеев добавляет. Михеев просто под кольцом убивает. Цинциннати. Дабл-дабл солидный у Михеева. Вполне в сборную может попасть. Мишенин. 3. Бэнк! Даниил Мишенин. Даниил Мишенин достаточно... Подожди, бабульчик смотрит. Ага. Бабуль, ты любишь, когда я тебе привет и передаю? Люблю тебя очень сильно. Вот теперь Дима Кузин подключился уже по... Все хорошо складывается. Ну, тут неплохо забивает сейчас Трубников. У него 3 из 3. В принципе, в Цинциннати большинство получает просто кайф. И это хорошо. Бывает, Морозов сейчас подписал. Все в порядке у обеих команд. Все играют до конца. Морозов, плюс 2. Легчайший Морозов с передачи завершает. У Морозов... А? 6. 400. Шувалов бросает сейчас 3. У-у-у, Шувалов. Вот о чем я и говорю. Вот все именно так. Все всегда именно так. Саратцев. Талоса. Михеев. Отдает пас. Здесь Саратцев. 3 грузит еще. Знаете, Михеев — это имя, которое нужно запретить, как Волан-де-Морт. Просто, ну, понимаете, он... Вы знаете, что он делает с командами соперника? Вот, как бы, да. Потеря. Передача на Криптова сверху. Вау! Забил. Забил сверху. Что вам было или нет, надеюсь, нет, потому что в эфире такое не надо. Но там по губам можно посчитать. О, Дима Кузин, 3, еще одна. Ну, Дима, прекрасно. Дима Кузин забил 4 из 6. Супер. Шувалов. Плюс 2. Георгий не попадает. Убегает команда Цинциннати. Ислам Байматов. Плюс 2. Кузин. Мяч не получил. Получилось. Байматов. 3. Есть. 10 очков есть у Ислама Байматова, если я ничего не путаю. А, даже 12 очков. Ничего не будет важно. Криптов не забивает. Второй попытки забивает. Ну, в общем, да, здесь передача дошла до Саратцева. И, в принципе... А, еще брать команды. Байматов. Еще 3. Есть! Слава Байматов. Забил 2 трешки. И на этом заканчивается у нас матч.